Волга, Жигулевские горы и, конечно, самые красивые девушки. Участники команды медиапроекта «Самара манит аномально» провели творческий вечер, на котором представили зрителям два фильма. «Она манит аномально» и «Необычная». Первый – это трейлер к путешествию по Самарской области. Режиссер Андрей Педряков рассказывает, герои находятся в городе с определенной целью. Пенсионеры ищут капсулу времени, блогеры – красивый контент, семья – покой, а предприниматель – красивую девушку. Герои разных возрастов и целевых аудиторий приезжают в Самару в разных поисках. У каждого свой поиск. И вот здесь, в Самаре, они находят ответы. Второй фильм «Необычная» вышел год назад, получил множество положительных отзывов и перевернул взгляд на город многих людей, которые не знали, что Самара может быть такой привлекательной. «Необычная» — фильм-экскурсия. Это стык жанров роуд-муви и сторителлинга, где авторы открываются зрителю и рассказывают, за что они любят город на Волге. Авторы признаются, изучали каждый дворик в городе, чтобы показать свои любимые локации. Этот проект можно назвать спокойно народным творчеством, потому что в создании этого фильма принимало участие, наверное, около сотни людей, ну, помимо команды креативной. Почти все в кадре, все, что вы видите, это наши друзья, знакомые, близкие. Это оцифровка нашего города и креативно переработанная нами и показанная в лучшей стране. Зрители фильма оценили. Я очень люблю наш город, мой город, и я с удовольствием решил остаться здесь, чтобы посмотреть эти фильмы. Создатели фильмов «Она манит аномально» и «Необычная» поделились со зрителями секретами съемок и планами на будущее. Полина Чулюкова, Григорий Плешаков. События.